Здрасте. Всем, друзья, привет, Уленьки. Продолжаем играть «Отрадную долину». И у нас наступил следующий день, и, в общем-то, что у нас происходит? Вообще, как видите, у нас идет уборка одного из самых больших полей. Тут у нас контрактик выполняется, и, судя по тому, что написано в левом верхнем углу, у нас много техники в работе, много контрактиков выполняется. На наших полях, друзья, растет овес, он еще только на второй стадии, в общем-то, еще не скоро он созреет. Тут сейчас он тоже трактор ездит, удобряет это поле, потому что мы отделяли солому, и, значит, надо еще разочек удобрить это все дело. Уборочной сегодня, как вы понимаете, не будет. В теплицах, садах уже скоро надо будет это все, в общем-то, отсюда вывозить. Здесь вообще всего уже много в садах. Ну, друзья, вы понимаете, я это за кадром сделаю точно. Вам это все не интересно. На фермерский рынок, наверное, уже можно привезти всякое. А, апельсины, бананы, яблоки здесь мало. Остальное, в принципе, все есть. Ну да, я в свое время это забил под завязку. Апельсины, яблоки просто не было их, потому что они еще продаются на кофейне. Но, в общем-то, надо будет тоже привезти. Тюки, в принципе, еще есть, но можно и обновить. По 100 кубов осталось. Свекла, морковь, лук, арахис, в принципе, все хорошо продается. Довольно медленно, деньги нам приносит. Да лука еще можно привезти, в принципе. Хотя можно и не везти. И на кофейне тоже у нас потихонечку все заканчивается. Вот на кофейне, наверное, стоит все обновить. В общем-то, тоже этим надо будет заняться за кадром. Но это все добро тогда на склад надо будет отвезти, да и все. Также у нас, друзья, есть много денег. И, в принципе, наверное, можно купить 64-е поле. Есть только один большой косяк. На нем растет свекла. Если мы купим это поле со свеклой, то я заколебаюсь ее потом убирать. С другой же стороны, если не покупать это поле, то выпадет потом контракт на 64-е поле, и контракт я захочу сделать. Но просто куда потом девать эту свеклу? В общем-то, я сейчас в раздумьях, но с большой долей вероятности я это поле куплю. Чуть попозже, потому что есть контракт на удобрение, лучше его удобрить и получить за это 170 тысяч, чем купить и удобрить потом самому за бесплатно. Так что с этим как-то так. Также, друзья, у нас построился завод электроники. Наконец-то. Здесь вот разгрузочная площадка. В принципе, все, что сюда надо, можно возить с помощью контейнеров. Поэтому можно будет это делать по автодрайву. А это зона загрузки. Здесь мы будем забирать все, что нам надо. А, да, во-первых, электроэнергия нужна, разумеется. Она у нас идет с южной электростанции. Дел Electronics. Это оно. Начать. Сейчас она будет сюда перебрасываться, и все будет хорошо. А значит, что нам нужно сюда привезти? Нам нужно привезти сюда дохренище всего. И времени у меня на это уйдет прям тоже дохренище. Еще косяк в том, что здесь мало всего влазит. То есть контейнер сюда не привезешь. Точнее, привезешь, но он полностью не высыпется. А еще косяк в том, что у нас есть много чего на складе. И оттуда только контейнером и забирать. Ну ладно. А еще косяк в том, что на складе есть, где не хватит на контейнеры и никак не забрать. Ну ладно, сейчас разберемся. И еще, друзья, я запустил стройку завода булки делать. И он тут уже вовсю строится. Здоровенный, зараза. Но тут и ресурсов было довольно много. А 20% всего построено, возможно, даже и завтра он не построится. Еще один, друзья, косяк в том, что прежде чем посмотреть ресурсы, которые здесь нужны на самом заводе, я засеял все поля овсом, чтобы он был. Сюда надо будет привезти муку, воду, дрожжи, сахар, соль, поддоны на белый хлеб. На овсяный хлеб нужен еще мак, и как бы логично было бы вырастить мак. На ржаной хлеб то же самое, нужен еще мак. Клюквенно-апельсиновый хлеб. Клюква-апельсины, в принципе, не проблема, хотя клюкву тоже надо выращивать, но у нас она есть на складе. Есть еще мультизерновой хлеб, и здесь нужен ячмень, кукуруза, просо, рис, соевые бобы, и этого всего у нас, по сути дела, нет, то есть надо выращивать. Но уже растет овес. С другой же стороны, завод построится не скоро, может быть, успеем что-нибудь вырастить. Когда будет следующая посевная, я там как-нибудь точно рассчитаю, распределю и на наших полях засею все, чего нам не хватает. Что у нас на нашей мельнице, кстати? Пшеница, овес, рожь можно, в общем-то, привозить. Как раз по 140 кубов. Мука заполняется. Сегодня, я так понимаю, у меня задача стоит развести миллиард поддонов. Благо, у нас есть грузовичок, который вмещает в себя прям их много. И у меня такое чувство, что надо, короче, выписывать все, что нам надо привезти. Я, пожалуй, так и сделаю. Но вроде бы записал. Итого, что нам надо сюда привезти? Стальные пластины, стальные детали, алюминиевые листы, пластик, серебро, золото, стекло, медную нить, бумагу, свинец и медные трубки. Насколько я понял, трубки, это имеется в виду медные трубки. Давайте, кстати, здесь посмотрим. Вот медные трубки, скорее всего, оно. Самый прикол, что этого всего нет, и я забил на это производство. Черт. А значит,
Стальные пластины, стальные детали, серебро и свинец мы берем на сталелитейном заводе. Медную нить и медные трубки мы берем на медном заводе. Золото мы сейчас возьмем прямо на базе, я думаю, что уже сделалось. Пластик и стекло посмотрим, что у нас на мусорном заводе. И алюминиевый лист оттуда тоже заберем, тогда на Alcoa Metal не поедем. И бумагу мы берем, кстати, там же и берем. Скорее всего, там что-то да есть. Что у нас тут есть? А, тут он произвело стекла, 4 куба хватит, короче, всего. По 4 поддона каждого материала мы тогда везем, и у нас тогда будет все хорошо. Ну, там, где сможем взять 4. Ха! Что у нас, кстати, с золотом? А, золото есть 2 куба. Я думаю, для старта этого хватит. Самый косяк то, что я сейчас, по сути дела, завод запущу, но ресурсов я привезу мало. А значит, потом придется все равно ездить еще пополнять. А еще у нас здесь вода заканчивается. Черт, какой же веселый у меня все-таки получится день после записи серии. О, еще, кстати, знаете, что мы сделали? В прошлый раз мы же лошадок поставили. Как у них дела? У коровок заканчивается моносмесь, прям совсем заканчивается. Надо везти. А лошадки наши уже 15%. Но еда у них пока что есть. Ну и цена у них тоже подросла. Хорошо. А, в общем-то, поехали кататься тогда на вот этом замечательном товарище. СТ-загрузка, первая остановка у него. 10 минут поедет. Долго, блин. Стоять. Какое это самое СТ-загрузка? Мы же сначала золото решили забрать. У нас же сначала золотишко. Я надеюсь, что расход всех этих материалов будет не сильно большой, чтобы не часто их хотя бы возить туда. Потому что требуется там их дохрена. Галька, вода. Золото? 11 поддонов? Вы издеваетесь? Черт, а это вот такие вот маленькие попуськи. Их лучше на машине тогда везти. Я понял. Все, ей тогда за сталью. А мы поехали, возьмем пикап. У нас там есть прицеп, который возит такие маленькие пупуськи. Насколько я понимаю, это то же самое, что динамит. По крайней мере, по размеру. Блин, топливо заканчивается в этой штуке. Но у нас комбайны пополняет топливом. Нет, здесь лучше это дело не оставлять. Потом заколебаюсь порядки навозить, но ладно уже. Это все будет потом. Так, едем за золотишком тогда. Скажи мне, что ты будешь вот сюда закидываться. Сдынь. Нет? У нас тут сингл с блок батареи стоят. Черт. А ничего не работает. Я посмотрел все, прощелкал. Ладно, есть еще один способ. Мы же можем это все погрузить вручную. Да, будет некрасиво. Но а что поделать? В теории это можно было даже не на прицеп, а прям в кузов закинуть. В кузове что же ремнями можно привязывать, по-моему? Ну, вроде бы все. Не очень красиво выглядит, но что поделать. Все, ремнями это все дело привязали, ну и поехали на медный завод тогда. Какой медный? На электронику. Да уж, заезд сюда явно неудобный, но что поделать. Эй, ну не говори, что ты застрял, а? Нормально, выбрались. Так, золото у нас падает, да? Что-то как-то не особо оно падает. Да, потому что надо их переворачивать. Лежачие не хотят падать. Ладно, мы просто потрясем вот эту вот так вот штуку, и оно попадает. Тупорылый способ, я знаю, но что поделать. Не сильно много привезли, но ладно. Ладно, друг, давай едь тогда на базу, а мы пойдем собирать другие ресурсы. Погнал. Во, а у нас здесь получается другой грузовичок стоит. Давайте его куда-нибудь в сторону отгоним и посмотрим, что нам требуется здесь. Так, крышу снимаем, автопогрузку включаем. У нас-то всего этого добра здесь навалом. А, свинец, серебро. 3 поддона, значит, серебра. А, давай 4 поддона свинца, как и планировали. Что нам еще? Стальные детали. Тоже давай 4 поддона. Стальные пластины. Тоже 4 поддона. Ну и здесь вроде бы все. Отправляем это все в кузов. И оно нифига не попадало. Потому что я не включил, а выключил эту погрузку. Все нормально. С этим разобрались. Давай тогда теперь едь на мусорный завод. Загрузка мусора. Ну ладно, пускай будет так. Одна точка. Вот, друзья, и наш заводик, который мусор перерабатывает. Сейчас мы отсюда заберем по 4 поддончика всего, что здесь делается. 4 листа. Ага. Интересно, он их докинет? Так, не докидывает. Ну, друзья, мне впадло сейчас парковаться здесь красиво. Поэтому вот таким вот некрасивым способом. Сейчас мы тут раскидаем все. Пластик есть, и осталась у нас бумага. Нет, еще стекло, правильно. Стекло тоже освободили, и бумага. 4 поддона. Все, теперь ездим, все это красиво собираем. Красиво не получится, я понимаю. Здесь не очень удобно вообще все это делать. Вроде собрали. 31 поддон у нас лежит. Ну и нам уже нужны еще эти медные нить и медные трубки. Сколько там это все будет у нас занимать? И влезет ли оно вообще на этот прицеп, я без понятия. Потому что там немножко другие поддоны. Стройка, медный завод. Единственная адекватная точка, которая находится там рядом. Ну и, друзья, медный завод. Черт, не попал.
Он у нас тоже стоит, я сюда давно медь не привозил. По-моему, упаковка здесь еще нужна, да? И поддоны закончились, упаковка закончилась, черт. Ну ладно, нам нужен... Что нам нужно? Медная нить, медные трубки. 4 поддона медной нити и 4 поддона трубок. Сдынь, все забираем. Гребаная камера, как неудобно. Ну и, в общем-то, весь прицеп мы забили. Серебра, по-моему, у нас тут немножко не хватало, ну ладно. Ну, едь тогда на стройку электроники, опять-таки, самая близкая точка к тому заводу. Вот где здесь удобный заезд? Вот так вот, чтобы прям удобно было заезжать. Наверное, с другой стороны. И, наверное, прям совсем с другой стороны. Черт, я здесь даже не попаду, не буду рисковать. Давайте с этой стороны заедем, тут больше места. Хотя в Евротрак-симуляторе заехал бы как нефиг. Разгружаем все это дело, и оно... Некрасиво попадало. Долго разгружается, конечно, зараза. Что-то улетает моментом, что-то долго. Там еще один поддон с бумагой. Вон, ну ладно, его сейчас руками пододвинем. Это у нас дело тоже все вылетает. Но в теории на первое время этого должно хватить. Так, друг, стой здесь. Никуда не уходи. У нас тут еще один поддончик с бумагой. В теории-то расход должен быть не сильный у этого производства. Так, у нас активно стало корпуса. Коммутаторы неактивные, потому что здесь нужен корпус. Еще хороший вопрос, будет ли оно само сюда перебрасываться. И скорость 50 литров в час, то есть 2 часа будет делаться один корпус. Короче, мы это все вот так вот оставляем. Пускай оно само друг друга пополняет, потом будем смотреть, что к чему. В следующий раз посмотрим, что потратилось, что не потратилось и что произвелось. А через 3 часа закончится удобрение этого поля. Вообще, я уже подумал о том, что надо бы, наверное, большую удобрялку на эти поля отправлять, потому что реально по 3 часа он капец как долго ездит. Эта удобрялка удобрила уже 2700 гектаров, охренеть. Использовано 706 кубов удобрений. Удобрено 100%, вспашка не требуется. Кстати, да, после уборки свеклы еще будет вспашка требоваться. Знаете, друзья, наверное, я это поле куплю. А свекла, разумеется, отсюда вся в наш элеватор не влезет. Тем более, что там еще миллион свеклы есть. Я, в общем-то, соберу. Там мне говорили, знаете что? Что вот сюда, вот на северную станцию, тоже можно что-то скинуть. Для перегрузки в баржу. Тоже зерно сюда можно скидывать. Поэтому, наверное, я это все отправлю сюда. Хотя здесь вот элеваторы другие, насколько я понимаю, это оно. 4 миллиона не так уж и много. В крайнем случае, есть у меня еще одна мысль. Это просто взять в аренду прицеп. У меня есть на 3 миллиона литров прицеп тут для всяких своих вещей. И сложить его просто туда, в свеклу. Вот такой вот прицепчик есть, 3 миллиона литров. И в крайнем случае можно будет сюда действительно это все сложить. Вообще надо в собственность такой прицеп взять, наверное, и с ним развлекаться потом. 11-е поле еще большое с луком созрело. Мы тут соседнее поле с луком сейчас убрали по контракту. Кстати, надо же контракт принять. Бздынь, готово. Тут есть еще, в принципе, интересные контракты. Посев 119 тысяч, но не знаю, буду ли я их делать, посмотрим. В общем, наверное, да, что-то я склоняюсь к тому, чтобы купить то здоровое поле, собрать с него свеклу и засеять коноплю туда. И раз в 3 дня ее собирать. Прикиньте, сколько денег будет? Классно же. О, можно будет уже обновить вот это вот дело. И, кстати, семена удобрения тут тоже уже подходят. Опаньки, вода сюда нужна. Короче, друзья, работы дохренища у меня здесь. Реально все производства обслужить, покататься. Куча поддонов и так далее. На этом, друзья, эту серию мы закончим. Она, конечно, коротенькая, скорее всего, получилась. Но запустили заводик, это уже хорошо. Через час еще вот это вот поле соберется, тоже замечательно. Контракт будет. Или вот это поле купить. Здесь нужна известь, но не нужна вспашка. Черт, даже не знаю. Ладно, это я еще тоже подумаю. Что нахрена я контракт тогда делал этот? В общем, ребята, что-нибудь добудет. Поэтому, чтобы не пропустить следующую серию, подписывайтесь на канал. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Лайки, комментарии не забывай. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем покаки.